чувством глубокой ответственности личный состав гвардейского дважды орденоносного танкового полка выступил инициатором социалистического соревнования в сухопутных войсках. Обращение в связи с этим патриотическим почином огласил на митинге командир части подполковник Григораш. Вступая в новый учебный год, год 27-го съезда Коммунистической партии Советского Союза, мы призываем весь личный состав сухопутных войск развернуть социалистическое соревнование под девизом «Решение 27-го съезда Коммунистической партии Советского Союза выполним, надежно защитим завоевание социализма». Слово предоставлено младшему сержанту Новожилову. Боевые друзья, призываем всех воинов сухопутных войск поддержать наш почин, развернуть борьбу за достойную встречу 27-го съезда КПСС и выполнение его решений, с честью выполнить свой долг по защите священных рубежей, горячо любимой Родины, завоевание социализма. Следуя взятым социалистическим обязательствам, воины-танкисты подробно знакомятся с предсъездовскими документами, проектом новой редакции программы КПСС, изменениями в уставе партии, глубоко изучают марксистско-ленинскую теорию. Коммунисты и комсомольцы служат примером как в политической, так и в боевой подготовке. На тактических учениях в сложных условиях командир танка Новожилов и его товарищи по полку совершенствуют свое боевое мастерство. Социалистические обязательства по достойной встрече 27-го съезда КПСС танкисты выполняют успешно. За умелое руководство частью, достигнутые результаты в обучении и воспитании воинов, активную партийную работу, командир полка, коммунист Григораш, избран делегатом на 27-й съезд КПСС. В дальневосточном небе бдительно несут службу по охране воздушных рубежей Родины летчики краснознаменного авиаполка имени Ленина. У полка, созданного на заре советской власти, богатая и славная история. Одна из ее страниц связана с подвигами летчиков по спасению экипажа парохода «Челюскин» в 1934 году. Тогда одним из первых героев Советского Союза стал коммунист, воспитанник полка Николай Каманин. На славных традициях ветеранов воспитывается нынешнее поколение авиаторов. Пример в боевой учебе и службе подают коммунисты. Летчик первого класса, секретарь парторганизации эскадрильи капитан Кузнецов пользуется большим авторитетом у сослуживцев. Его уважают и ценят за трудолюбие, внимательность к людям, готовность помочь советам, поделиться опытом. Мобилизация молодых авиаторов на достижение намеченных рубежей, выполнение учебных программ – одна из важнейших задач партийной работы. Капитан Кузнецов активно участвует в организации марксистско-ленинской учебы, проведении политических занятий, помогает углубленному изучению материалов, посвященных основным направлениям экономического и социального развития страны. По-особому ценятся в напряженной воинской жизни часы отдыха. Одно из любимых здешних увлечений в зимнюю пору – подледный лов. На рыбалке вместе с товарищами часто можно увидеть и Кузнецова. Неотъемлемая часть учебы авиаторов – практические занятия. В воздухе капитан Кузнецов. Поставлена задача нанести ракетно-бомбовый удар по расположению условного противника. Своими умелыми
своими действиями, звено Кузнецова вновь подтвердило звание отличного. Каждый день занятий для секретаря парторганизации и его товарищей по службе – это еще один шаг на пути повышения воинского мастерства. Идя навстречу 27-му съезду КПСС, личный состав полка, носящего имя великого Ленина, готов выполнить свой воинский и патриотический долг по защите завоеваний социализма. В Большом зале Московской консерватории состоялось чествование героя социалистического труда, лауреата Ленинской и Государственной премии СССР, народного артиста Советского Союза, генерал-майора Бориса Александровича Александрова. Этот вечер, приуроченный к 80-летию выдающегося музыканта, открыл заместитель начальника Главного политического управления Советской армии и военно-морского флота генерал-лейтенант Волкогонов. Жизнь Бориса Александровича Александрова – замечательный пример служения социалистическому отечеству, колыбели всех наших свершений надежд, служение вооруженным силам, служение социалистическому искусству. Борис Александрович как-то однажды о себе сказал, что по своему призванию я художник, дирижер и музыкант, а по своему долгу я политработник в армейском строю. Юбиляры тепло поздравили герой социалистического труда слесарь Антонов. Первый секретарь правления Союза композиторов СССР Хренников, начальник политического управления Московского военного округа генерал-полковник Репин. Я не думал, что мой юбилей примет такие очень теплые торжественные формы. Я, конечно, благодарен очень Центральному комитету нашей партии, Президиуму Верховного Совета Союза СССР, и нашему правительству, что оно высоко оценило мой скромный труд, наградив меня орденом Октябрьской революции. И я, конечно, считаю, что эта награда не только лично моя, но и всего нашего коллектива, Краснознамённого ансамбля Советской армии, которым я руковожу уже 40 лет. Да. Вся творческая биография Бориса Александрова неразрывно связана с военно-патриотической темой, с коллективом дважды орденоносного ансамбля. Вместе они проехали сотни тысяч километров. Им аплодировали зрители всех республик нашей страны и почти 30 стран мира. Талантливый композитор и педагог, Борис Александров щедро делится своим богатым опытом и знаниями с молодыми армейскими музыкантами. Генерал военной музыки, так называют выдающегося руководителя прославленного ансамбля.